Кот-охотник? Да. Я, блин, тоже на ручки хочу. Так, у вас много слишком. Ого. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня просто потрясающий день. Сегодня даже солнышко в Питере, правда, с переменными дождями. Но сегодня я жду ребят, Сашу и Машу, с Пумой Месси. И я прям вот в ожидании, наконец, потрогать Месси, пообщаться с ребятами, обменяться, так сказать, друг с другом опытом, показать своих животных. В общем, ждем. Я надеюсь, они все-таки до меня доедут, и я вам все покажу и расскажу. Чтобы он просто под дом не залез. Да. Но, в принципе, он, я думаю, он не пролезет там. Там двойная это. Он пролезет. Пролезет? Месечка, давай ты не будешь. Вася, нельзя. Все, Пум сразу под попробует. Он такой, я все, домой. Пойдем домой. Я нагулялся. Кот домашний, обыкновенный. Пум, чего там такое? А к тебе не подходят? Смотри, какие пумы еще бывают. Привет, кот. Такой, да ну тебя. Красавец. Месь, ты все нашел место, где дом самое главное. Манечка, не пугайся. Смотри, смотри, уже там что-то. Он роет, да. Роет, подков. Да. Месечка. Месь правильно, он сразу пошел дом изучать. Он все, он понял, где хорошо. Я домашний кот. Да, мне, говорит, я погулял, уже хватит. Пап, пойдем домой. Тут, говорит, собаки какие-то бегают еще, да? Месь. Косяй. Маленький. Не пускают, да? А он как к кошкам? К кошкам, к маленьким, но зависит от кошки, знаешь? Угу. То есть именно от характера кошки. Ну что, они с маленькой будут лучшие друзья, так и ходят вместе. Рысы возбудились. Куда, говорит, кот пошел? Они этого-то гоняют. Оп, все. Че, Манечка, за тобой тоже бегают? А ты бегаешь-то за тобой? Клевый кот, Мань. Хочешь такого кота себе? Твой кот с тобой так не ходит. Красивые какие. Ты таких давно не видел, да? Не-не-не, он соображает, он понимает, что он не достанет. Да, он понимает, он специально встает еще и провоцирует. Да, Мань, да, иди да, проверяй, да, куда да. пошел. Иди посмотри, что он там делает. Посмотри, сейчас на тебя охотиться же будет. Все, было бы дитя классное. Ой, кто там с кем ругается? А это Умка, она на Пуму ругается. Им видно через стену. Пум, чего там? Его, видимо, волнует присутствие второго да, кота. Да, 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 да. Его территорию тут привели, он ходит как хозяин. Ум, спустишься к нам? Иди ко мне. Иди, все хорошо. Все хорошо. Тут твоя подружка. Скажи, не поняла, как вы туда попали. Какой смешной. Чего такой мальчик? Да, да. Говорит, пап, как к тебе пройти? Ну, пока никак. Пока никак. Мартин, тебя больше всего возбудил вместе? Пошел девочек проверить. Что там такое гуляет? Далеко охотишься? Да. Вообще, беспредел какой. Еще один, скажи, кот. Мать, ты что принесла ты сюда? Что привела? Красавчик. Манечка, что за кот? Кот-охотник? Да, скажи, что ты? Мань, ты чего, испугалась? Скажи, конечно. Сама гавкнула, сама спровоцировала. Ты же его подозвала, да? Ты не испугалась. Он тебя не съест.
Он таких хороших собак не ест. Он с такими дружит, он с таких не ест. Мне что, обратно туда? Миссия, ты тоже спрятался. Ребятки, вам тут комфортно, нормально? В дом не хотите? Мись, удобный дом, да? Мань, мысь! Зайки, вылезайте! А вы говорите, на дождик ему все равно. Вон он сообразил, раз в дом не заводят. Пойду-ка сюда, когда собака. Как он туда пролез-то? Я вот тоже не пойму. Как там качество фундаментного покрытия? Проверь. Месечка. Это, кстати, место миссы кошки. Посмотришь комнату Пумы? Пойдем в пумскую комнату. Ну вот здесь тебе запахов будет. Я ее особо так еще сильно не отдраивала. Если, конечно, перекрашивать, надо полы менять. Он нюхает. Здесь, я думаю, может целый день провести, изучая запах другой пумы. Комната 20 квадратов, замучаешься все изучать, как залив. Месик. Что там, наверху что-то? Где, говорит, кот? Не понял, пахнет котом, а где кот? Я тебе его потом покажу, того кота, только ты к нему не пойдешь. Мыська, что ты делаешь? Он кайфует. Запоминает. Я говорю, если себя оставить, он на целый день уже здесь залипнет в этой комнате. Мне вкусно. Чмокает. Новый угол. Я же говорю, если ему здесь это занятие надолго. Ну, можно оставить, да, правда. Изучать. Питьевая все нормально? Да, питьевая она. Потому что мы тут все почти выпили. Месечку, да. Максим, ну раз ты там эту комнату обжил, я тебе туда все поставлю, ладно? Он, походу, реально на еду ты услышал. Ты чего? Я не знаю, что там Машка. Ну, устал ребенок. Потому что все... Да. Да, устал ребенок. Так, кушать пойдем? Кушать пойдем? Иди кушать. Иди на место. Иди на место, пойдем кушать. Он все, он выбрал себе место. Иди на место. Пойдем кушать. Кушать пойдем? Ну, пойдем. Что, Мись, ты выбрал все-таки комнату помощи? Или как? Ничего. В раздумьях. Лень подниматься? Говорит, вроде и хочется туда, но так лень. Залип. Скажи, вкусно пахнет.
Такой, еще все снимаете. Мисс, доставай. Кать, ему тоже это, лишнего не позволяй, не балуй. Я понимаю, что мы так в гости приехали, там, да. Ну, ладно, одну игрушечку ты ему. Вот да. Пусть ребенок поиграет. Ой, какие перышки. Ну, с другой стороны, играет, значит, ему хорошо. Он это как курочку ощипывает. Взял такой лапками, думает, ты же милота такая. Что ты делаешь, а? Ну вот, а ты говорил, что все, он взрослый уже. В детстве все равно в папе играет. Ты понимаешь, что он раньше намного больше играл, да. Ну понятно. Все больше, все взрослее, ты уже знаешь, как там, вот бы не взрослел. Перышки вытирает. Ты перышки, значит, любишь. Так пять, значит, так обнял лапками, даже без когтей, без всего просто держит. А Юр. Ну что, играй, играй. Пока разрешаем. Ну, почти по назначению. Но все равно игрушку переборола. Между вниманием на котиков и игрушку выбрала игрушку. Не хочешь игрушку с собой забери наверх? Да вы, мои девчонки, хорошие. Да, ну, говорит. И ты. Ой. Так. Я, говорит, тоже на ручки хочу. Вас, так. Вас много слишком. Когти только не выпускаем. Хорошая девочка. Хорошая девочка. Ты молодец. Ага. Тебе не больно, я тебя так держу? Давай по-другому возьму. Я пожалуйста, виси. Я просто боюсь, что я тебе это подмышками больно сделаю. Она просто, ну, росла в детстве в зоопарке, она когти не контролирует иногда. Ну, она не со злости, но как бы. Игры не разыгрываются, конечно, очень быстро. Рыльца в пушку. Мих, там что такое? Манечка? Чего? Вазу только не разбей. Вот сейчас папа скоро будет. Смотрит, ждет. Ты ж красавец такой. Мисечка, такой преданный кот. И кто ж такой красивый мальчик? Миси. Ай, какой красивый. Устал. И что он, малыш? Красавец. Такая морда уже взрослая. Серьезная. Миссия решил прилечь, да? Ты малыш такой. Устал кот находился. Дала Мисечке подушку. Он так обрадовался, на спинку на селе завалился. Подушечки любишь, да? Да. Тут горчует головы на полу лежать. На подушечке надо.
Зайку делает. Довольный кот. Душечку дали, как мало ему для счастья надо. Он тоже так на спинке любит спать. Устал урчать, все, вообще устал. Старинная русская забава, да? Засунуть пальцы кошки в рот, пока она это зевает. А зачем идешь тогда? Расскажи. Ну, он показывает свою позицию, походу. Ого. Пум, объясни, кто здесь хозяин. Расскажи им. Скажи, да я просто поиграться хочу. Пум такой вид, ну давай, давай дружить. Мы искрем, как серьезный лев. Да, смотри, насколько, насколько разная реакция на кошек тогда? И на собак. Зачем тогда идешь? Скажи мне. Причем Пум вообще даже не ищет. Пум не пытается, пытается поиграть. Да. То есть насколько вот он чувствует, что там собака, хотя, а это, ну, кошка, какая mm-hmm. разная реакция. Собака, он спокойно там играться, а кот... Ну, кстати, видишь, еще положение. Пум пытается занять положение сверху, видимо, это да, ему не да, нравится. Да, наверное. Вот это положение сверху для кошек. Месь, чего? Там, посмотри, есть поменьше кошечки. Но ему же интересно. Конечно, интересно. Посмотрись, кем-то. На девочку. Да как тебе не стыдно? Ай-яй-яй-яй. И за папу. Я говорю, это на всякий случай. Пум, чего, не хочет? Моя Пум-то как хочет общаться. Это вообще окапывается. Да. Нет, ну что ты так? Вот. Мне чем нравится, он почему-то никогда не агрессирует в плане на других животных. То есть он так, типа, а чего? А давай играть, да, а давай дружить. С любопытством. Да, с любопытством. На него тоже рыски постоянно гонят, а он такой, да вы что, вы девочки, дайте просто поиграем. Ну ты смотрю, какой зайка, а? Ты один шипишь? Кстати, вот если посмотреть, какая реакция была у Умки на Пума, она на него шипела постоянно. Вот Месси ходит, шипит, и Умка молчит. Она, конечно, там напряглась, он баки, смотри, как расставила. Ну, такая, она не так прям рвет и мечет, как с Пумой. Это же поведение другое. Вот. Но и не уходит в то же самое время. Ну, им интересно же. Ой, вот это к этому а коту. Вот тут... Вот тут тебе кот может ответить. Он его не видит. Видит, нет, кот-то видит, а Месси не видит. Понятно, да? Вот-вот, а еще говорят о спаривании кошек. Спарь таких. Кошка. Анночка. Ну чего такое? Не хочет к тебе подходить? Я его не держу. Я его вот придержу, чтобы просто вас полотенце запутал. Я его не держу. Он спокойно может идти в любую сторону. Я готов, конечно, в любой момент там дернуть ограничить, но я его вообще вот не держу. Это же кошка. Свобода выбора очень важна. А Мартин? Да, он от девочек охотится. Слушай, смотри, а Мартина его больше всего тоже заинтересовала.
Построил всех? Всех построил. Да-да-да, у него каждый прошел на каждом из Да-да-да. Ты наш вежливый вообще, молодец. Какой хороший гость. Да-да-да, приехал, но это, ну, поматерился на хозяев и все. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ларисик, конечно, нереально красивый. Все бесподобные. Особенно вот эту мадам. Умочка, да. Да, скажи, я красивая. Да. То ли умочка, то ли умничка, я уже даже и не знаю, как правильно. Помнишь? А, помнишь? А, все, да. И вообще одежды. Сейчас побежал. Я сейчас супер пап. Ой, Мурчалкин, Форчалкин. Да, ты тоже будешь, да, собираться? Ну давай, хорошо. Я сейчас машину иду обратно и вернусь с тобой, ладно? Да. А. Ну вот какой-то умный. Спускаться тебе. Нормально, да? Нормально, спустился. Да. Да я еще никуда не ушел, да? Кто там? Да. Скорее бы сказал, а то он сейчас захочет опять в туалет. Ой, хвост поднял. Ты хорошенький.